Боец из Бразилии. Встречайте, please welcome to the stage from Brazil, Dmitry Zabrowski. Опер можешь, опер мят на карете. Вот он выложился. Че у него там в карманах? Семьдесят два сто. Дмитрий Уэйзин от 72.1 kg. А теперь добро пожаловать для церемонии взвешивания из Армении по прозвищу Император Давид Чашурян. Представляет прославленный клуб Армении Arms Fighting. Он обладатель пояса чемпиона мира в легком весе по версии Pro FC. Дмитрий Император Хаштря. 7900. Если у вас вопросы, уважаемые дамы и господа, готовьте свои вопросы, пока происходит фото face to face, лицом к лицу. Ставить капцумят! Давиду Хачатряну, смотрю ваши бои, очень нравится, нравится ваш упор, нравится ваш дух, характер, вот этим всем вы, не знаю, лично мне показываете, именно вот этого князя Андроник Паша, вот так должен быть настоящий князь. Да. Спасибо за бой, и вопрос такой, хотел задать тебе такой вопрос. Ну, после последнего боя у тебя руки были спущены, ты пропустил много ударов. Но вот этот, да, это я думаю, что в первую очередь силовые качества. А вот по правилам ли то что-то в технике, в бокса? Вообще есть какие-то по правилам? Подготовили к этому бою определенно. Вот. Расскажите о своих тренировках. Спасибо. В прошлый раз, действительно, у него была температура 139 градусов. Поэтому у него физические данные очень не ослаблены были, но все равно до конца выйдет. Спасибо. Правда, я все-таки по-прежнему, я не знаю, о чем вы говорили вы, но я перевел бы так. Я вот не помню, что там было много пропущенных ударов, ну, ладно, ну, да, со стороны Давида. Спасибо. Еще один вопрос Давида. Давид, многие говорили о том, что вы боитесь проиграть перед Беллатором и не хотели участвовать поэтому с Егором. Но вы здесь стоите перед нами, да, и причем мы согласились биться даже не с Егоровым, а с его обидчиком, с Дмитрием Зебровским. Что это вообще? Ваш характер, сила духа, какие-то символы?
Коллективный совет. Нам предлагали 910 килограмм, но мы хотели 66. Они нам сказали, подождите, и мы сотрудничаем. Вот об этом мы сказали компании ProFC, и все будет решать с компанией ProFC, как будет. Потому что у Давида есть контракт с компанией ProFC. Которым, отмечу, мы очень дорожим, потому что Давид один из наших самых бойцов. Он выступал в огромном количестве турниров, и для нас большая гордость, что такой классный боец выступает за нашу организацию. Не забудьте, дорогие друзья, что это 50-й юбилейный турнир, который Давид никак не мог пропустить. Спасибо! Все, одевайся. У меня вопрос Дмитрию. А Дмитрий, вы в прошлый раз были просто восхитительны, да? Вы победили чемпиона Игоря Егорова. Второй раз в России, и теперь деретесь с чемпионом мира по UFC. И он скажите, чем вы можете обосновать свой успех и что вы можете сказать о сопернике своему? Давиде Хачатуряне. Вот именно свои, да, свои тайны. Сложная система, просто португальский, французский и уже французский, португальский и уже Дмитрий. Калинов отвечает Айк на армянский. Да. Потихоньку, потихоньку. Брат, не мой, по-братски, стань здесь. Не надо сюда. То есть прямо ограничим вот и посадить не повторяю. Я посмотрела на своего противника, я увидела его, это, конечно, хороший боец, готовый к бою, но я все равно надеюсь победить. Спасибо. Итак, дамы и господа, а мы готовимся встретить на церемонии взвешивания участников супербоя в полусреднем весе.